Так, сейчас проходит тест аппарат Epson Stulus Photo 915. По-моему, прекрасный шестигоршковый аппарат. Сейчас мы проведем тест дюз. Вот такая опция здесь есть. Так, печать. Он должен ответить. Так. И что он нам написал? Я считаю, что прекрасный тест. Все 6 дюз без единой пропуска полосочки. Вот такие вот дела. Ставим сюда его. Запустим. Я полагаю, что плохого нет в этом аппарате. Ну, допустим, вот любой лист, вот этот, заявление о государственной регистрации. Бог с ним. Так, печать. Выбираем. Выбор печати. Мало ли что тут у нас. У нас тут много принтеров. Найти принтер. Так. Ну, сейчас будет говорить, что страницу поправить надо. Бог с ним. Так, вот пошла печать. Нравится мне его печать. Она как лазерная. Не отличить. Буквы четкие. Без проблем. Очень чистая печать. Да, конечно, на таком аппарате, как мой, не видно такого качества. Но я отвечаю. Все написано хорошо. Вот. Ну, также и делают фотографии приблизительно. Ну, неохота, потому что уж очень долго. А показать, в принципе, можно.